казахское блюдо. Татарское, азиатское уже. Вот эту модель видео снимать не буду. А что там? Ловится, что ли, что-то? Нет, ничего не ловится. Все, я установила камеру. Сейчас заняться нечем. Короче, мы сейчас пожарили шашлыки. Уже, наверное, час назад покушали и поехали на другую часть этого канала. И вот он ходит, забрасывает удочку. Короче, это его хобби. Ну ладно. Ничего. Так вот. Чем будет сегодня не тешилась, называется. В общем, ну, я так сижу, любуюсь, что я люблю поездки. Я не рыбак. Мама у меня любит ловить рыбу, я нет. А вот на природу смотреть, то все. Даже сейчас на такую пока еще. Уже прикольно. Мне нравятся салфетки. Ой. Не то сделала, хотела протереть. Где-то мусорка у нас была собрана. Вон там лежит. Вот. Засралась вся грязная. Все эти поездки заканчиваются именно этим, что опять все стирать. Ветрище это вообще. Не знаю, сейчас слышно вам будет. Машина подойдет. Вот эта часть получше. Вот, а вот это, видите. Какие только я антибиотики уже не пробовала. Чисто кишечник надо. Да я его, в принципе, тоже чищу. Всякие пребиотики, все это я принимаю, не знаю. Сегодня, короче, у меня в 9:20 был прием эндокринолога. Я же делала УЗИ. Это в поликлинике, это не платно. В поликлинике, да, по адресу. Ну, отношения айс, конечно. Мало того, что она забрала мой результат УЗИшный, а я делала его заплатно, да. Потому что обычно они не забирают, если сам оплачиваешь. Она вот забрала. Кстати, это с Нью-Йоркера кофта моя любимая. До тот момент она была моя любимая. Года два назад покупала. В Нью-Йоркере нравилось мне. Не знаю, почему вот эти вот цвета, короче, полосочки. Короче, вот так было. Тогда у меня столько прыщей вот тоже не было. Еще говорят, знаете, что там, ты веди половую жизнь, будешь болеть, еще чем-то, все это ерунда. Ерунда. Вот. Что знаю людей, у меня у папы этот, тоже долго прыщи были. С 30, наверное. Потом отвалились. Так я говорила про еду. Не отвлек он, приперся, я же спал. Смотрит такой этот через окно. А я держу. Снимаю сама себя. Так что, Светик, тебе привет. Подписчица моя. Молодец, что нашла меня ВКонтакте. Ну, ты мне говоришь, что муж с тебя ржет. Также он с меня ржет абсолютно. Тоже так же. Ну, конечно, он уже более-менее привык. Я тоже, в принципе, уже привыкла писаться, записываться, болтать. Всех свои развлечения у нас такие, у блогеров.
Блин, кстати, надо делать татуаж бровей, коррекцию. А, брови у меня совершенно быстро сошел пигмент. Ну, она может к лучшему, потому что я не люблю яркие нарисованные брови. У меня были, как... Короче, у меня, получается, были оставшиеся свои, и под ними она вот такими полосочками, да, делала. Ну, вот так. Вот. Они вот эти вот нарисованные квадраты всякие, знаете, сейчас модно, не знаю, мне не нравится. Вот. Думала пойти этот нижнюю подвести, а нижняя — это самое проблематичное, там самое больное, особенно вот, вот сюда, да, к носу. Здесь потому мне не доведено, потому что я просто не смогла. Очень больно. Это ж надо еще глаз открыто держать, а он слезится, зараза. Короче, я думаю, что не стоит это делать. Глаз, мне кажется, будет там уже, меньше. Вот верхушку уже от нее ничего не избавишься. Уже как есть, так есть. Просто синеть начнет. Но мне сделали сине-черный. Уже с синим оттенком. Это было в Калининграде, я делала у женщины. Наталья, не помню какая. Там ВКонтакте есть у меня, она там, в друзьях. И она черный не делает вообще. Не знаю, я не помню еще почему. В общем, она советует делать синий-черный. А я хочу черный. Ну, наверное, если сделать черный, действительно будет сильно выделяться на лице. Наверное, как-то так. Так вот, я говорила про еду. Что я готовлю мужу? Что я готовлю? Салаты, что я могу готовить? Все. Готовить я не люблю. Еще раз. А когда человек не любит готовить, одно из двух. Либо человек вкусно готовит, когда человек не любящий, либо он плохо готовит. Я не знаю, как я готовлю. Надо у него спрашивать. Когда мы только с ним это познакомились, встречаться стали, я ему такая, ну, я такая с характером, сразу такая говорю. Значит так, я говорю, готовить не буду. Если хочешь на мне жениться, я готовить не буду. Ладно, я буду готовить, он мне сказал. Ну, это ж нереально. Он же работает, поэтому, конечно, нужно что-то готовить самой. Не что-то официальное, а основные блюда, это супы, что-то второе, да? Не что-то, ну, то есть, например, он всегда делает у нас в последнее время, это плов в мультиварке. Ну, во-первых, плов мультиварки я не воспринимаю, потому что я с Казахстана, и я привыкла, когда его делают в Казани. Ну, он делает, ну и ладно. А мне лишь бы не готовить, пока там пускай делает. Ой, чуть воду не разлила. Господи, тархунидзе. Я пусть готовит, чтобы его не сбить, а там, а то он потом еще готовить будет. Ну, так. Вот, я, например, плов не это. Далее блины тоже по его части. Можно научиться, но нет желания. Как только я увидела, что он это может делать, я опа, говорю, вот теперь будешь готовить ты. Ну, ну а что, если человек не любит работать, ну, сука, какие у меня маникюры, капец. Пакеты все летают. Бомба вообще. Домой приеду, буду это делать. Кошмар. Бьюти-блогер, это вот про меня просто. Вот. Ну, а так в целом я это готовлю, стараюсь. Пирожки бывает, все это сделала. Пиццу в духовке не снимала просто. Вот. Хочу мантоварку большую. Манты очень люблю. Мама делала. У меня вот с детства вкусовые эти остались. И я вот практически все, что вот... Как было, например, у нас у мамы на Новый год блюда какие. Вот у меня теперь осталось так вот. Я хочу, чтобы было так. Это манты. Это картошка с курицей в духовке. Салаты, да, там. Что еще? О, господи, как он едет на велосипеде. Дядя, ой, хочу, не могу.
С другой стороны, когда бы я вам еще поснимала, еще болтологию такую, время просто есть. Господи, якая крышка. Выпила панкреатин, потому что иначе мне херовастенько будет с моим желудком. Вот вообще кошмар. Даже боюсь представить, как я буду вынашивать ребенка. Надо, конечно, его уже делать, рожать. Потому что мне будет уже 25 лет. Хоть себя ты не чувствуешь на 25 лет. Потому что этот, мне даже не дают 25. Не знаю, я говорю, муж смеется, я говорю, наверное, из-за прыщей. Что прыщи, мне кажется. Поэтому. Вот так вот. Так что муж тоже бывал поначалу. Со Светой мы с тобой переписывались, у тебя вспомнила историю, когда... про эту Елена Тур, да? Как я вообще попала на YouTube? Как я стала писать видео? По-моему, у меня такого не было, да? Видео болтологии. Раз я тебе ответила, да? И... Сейчас отвечу всем. Я, короче, не помню, что-то искала на YouTube, как там правильно. Вот. Что-то я искала. Наткнулась на эту Елену. И в шоке была. Думаю, что за бред, что за нах, короче. Посмеялась ее. Вот. И обсмеяла ее, но руки тянутся. В этот вечер я посмотрела несколько видео, на следующий вечер, на другой вечер. И вот второй, допустим, третий вечер, муж меня это уже слышал, уже однокомнатная квартира мы снимаем. И получается, что компьютерный стол, за которым сейчас я уже сижу, потому что мой ноутбук сломался, жесткий диск полетел. Сижу затем. Тогда сидел там у меня вот муж, там чем-танки играл, что-нибудь. А я за ноутбуком смотрела. Все равно все слышно. Он почему-то проходит. Что ты там смотришь? Я еще тогда такие видео не смотрела. Вот. И, короче, смеялась. По-моему, даже какие-то комментарии ей написала. Я вообще зла ничего не желала ей, ничего. Единственное, что я задала, говорю, зачем вы снимаете такого рода видео, по-моему, что-то типа такого. Она мне ответила, тогда она мне еще ответила. Потом кто-то написал под моим комментарием после нее, типа, ей за это платят деньги. Вот так было написано. А что она мне ответила? По-моему, тоже что-то в финансовом положении. То есть она ее не скрывает. Финансы что-то написала. Не помню ни про хобби, ни еще. И... Что я хотела сказать? Вот, господи, что со мной? Вот, и, короче, я стала смотреть... Я просмотрела все ее ролики. Петлюра поет. Меладзе. Короче, все ее ролики посмотрела. И это для меня это. Я поняла, что для меня это как сериал. То есть я могу идти на кухню с ноутбуком, начать готовить, кушать, и он работает, и это смотришь. Как его, Савелий Ад, что ли, с Днепропетровской, если не ошибаюсь. Ну, этот, который был. Роза Ветров еще. Фикс прайс выкладываете постоянно видео. У вас он есть ВКонтакте, я смотрела. Фотки его. Вот этого парня одно время смотрела, мужчину. Вот. И после этой Елены Тур у меня поперло. Я стала смотреть, искать других. Там посмотрела, здесь посмотрела. Вот. И так я подсела. Очень много пустых баночек я смотрела.
покупок, пустую баночку. Сейчас пустые баночки я смотрю реже. Я смотрю в основном покупки. Ну, потому оно же как, либо ты смотришь пустые банки, либо ты смотришь покупки. Один хрен, что так, что так. Они в любом случае появятся в пустых баночках. Ну, то есть, понятно, что человек может выкинуть, но это уже не наша проблема, да? А в любом случае, ну, как бы, вот. Сейчас люблю вот заказы смотреть всякие, что покупает, отзывы, чтобы смотреть, как выглядит баночка, смотрю, там, если показывают состав, если выдавливают очень хорошо, мнение девчонок и, ну, кажется, в принципе, это и все. Вот, сначала скептически отнеслась к этой Елене Тур, думала, ну и дура какая-то, а теперь я отношусь к таким же, которые нас не понимают. Которая, наверное, тоже смеется. В общем, смеялась и смеялась. И потом думаю, а ну-ка, чё, как бы. Но декоративной косметики у меня мало. О чем же мне снимать? Просто сидеть болтать, мне кажется, ерунда. То, что делаю сейчас. Я в основном пользуюсь уходовой косметикой. Ну, вы уже это поняли. Вообще уходом. Декоративки мне хватает буквально 2-3 эти там, маленькие палетки, такие вот там разных цветов, да, мне хватит надолго. Тушь у меня должна быть всегда, я люблю красить ресницы, а красить брови, всякие биби-кремы, биби-крем у меня был, закончился, всякие, как там, сейчас я не забыла название, хайлайтеры. Я вообще приверженница, чтобы не портить лицо. Ну, понятное дело, что у меня просто прыщи, поэтому боишься уже лишний раз, что нанести. Но мое понимание, что пудра это на лето, а тональный крем это на зиму. Как бы у меня, ну, мне так кажется. Ну, вот. И вот я, и мне понравилось. Во-первых, на YouTube можно найти какой-то рецепт на тему того, что я готовлю. Тоже стараюсь посмотреть я на YouTube. Даже если я с чем-то не согласна, то в основном хотя бы просто посмотрю, кто как. Сколько это же рецептов? Не смотрела. Короче. Короче, муж идет, и я ржу. Значит, это. Ничего он не поймал. Ну, в общем, на этом. Чего хотела сказать-то? Короче, все мне не нравилось, потом понравилось, сейчас мне нравится все. Более того, мне нравится, что я понравилась. Блин, я стесняюсь, снимаю. Это Света. Привет, я передаю большой. Сейчас. Шухер. Стесняюсь я, да, а вы что думали? Ну, вот. Теперь, короче, я подсела на это, мне очень нравится. Но есть тема того, что, скорее всего, следующий год немножко буду пореже буду снимать видео, потому что у меня последний год учебы, и нужно очень много бабла. Все, мы едем домой. Послала мужа за это пятерочку, там акция сейчас на эти корма, и хочу поучаствовать в конкурсе, вы видите, здесь конкурс. В общем, я хочу выиграть коту вот эту, лежак для кошки, вот, хочу выиграть Брюсу самый раз, да, Брюсечка, вот, пришлось два брать, так, лук, картошка, бананы, и мандарины. О, и кажется, новое это. Сейчас посмотрю. Распродажки. Да, Брюс, вот все для тебя. Снежочек бы выиграть, будешь там спатики на окошке. Пока этот крем, с этим кремом еще разобраться. Значит, Брюс.
Дай мне. Мне, дай мне тут надо. Так. Крем называется... Перевернули. Крем называется... Он не фокусируется ни хрена. Как его? В общем, секрет Элан. Может, потому что еще в глянце. Видите, я еще не открыла. Сейчас я открою вместе с вами. Это белый чай. Крем-лифтинг с биозолотом для кожи вокруг глаз. Производитель Китай. Импортер Приморский край, город Владивосток, улица Бородинская, ну, ага. ООО Торгтранс, Россия. Ну, делает Китай, в общем. Значит, я сейчас вам прочитаю. Это я заехала в магазин «Флагман», срок годности до 17 года, 30 грамм. И там китайская всякая серия, есть бытовая химия. Но я взяла пока себе такую штуку. Создана по древним рецептам династии Лан. Формула крема включает интенсивный лифтинговый комплекс на основе биозолота и морского коллагена. Благодаря направленному действию активных компонентов, крем эффективно нормализует деятельность лимфодренажной системы, восстанавливает гидролипидный баланс, выравнивает рельеф кожи, результат видимое уменьшение мешочков и темных кругов под глазами, значительное снижение отечности, коррекция морщин, восстановление эластичности и упругости кожи. Так. Состав: вода, глицерин, бутиленгликоль, глицерилакрилат, экстракт корня элеутерокока, экстракт белого чая, карбомер, декстран, алантаин, экстракт лизата дрожжевого грибка, сахарамицета, кристаллическое биозолото, нетрия этта, гиалуроновая кислота, коллаген токоферол, натриогидроксид и йодопропиленгликарбонат. Короче, применение: большое количество крема наносите на очищенную кожу, кожу вокруг глаз, утром и вечером избегать попадания в глаза. Значит, Брюса уже колбасит. Где кот? Значит, все, я сняла эту. Сейчас я открою, хочу показать вам, как выглядит тюбик. Ага. Ого, смотри, как он выглядит, как зубная паста. Зачем тебе оно надо? Я что, тебе его, что ли? Это мое! Ну так все крема у меня погрызанные. Все, зарегистрировала я эти. Корма Пурина. И все, мы выиграли вроде бы как лежак Брюсу. Смотрите, я же что хотела-то показать. Очень красивая упаковочка на самом деле. Так, очень на самом деле красивая такая. Написано все то же самое, что и, да, сайт написан, www.secretelan.ru, 30 грамм. Как его открыть-то? О, легко открывается, и вот такая помпочка, которая, вот видите, выдавливается уже. Надо закрывать в срочном порядке. Вот она. О, она блестит, она с блеском. С блеском. Ну вот, дает блеск. Ну и что это? Этот блеск. В общем, стоило 290 что-то с чем-то. 296, а 297 плюс 299. 300 рублей, в общем. Что там натираешь? На вот коробку. Не знаю, рассказывала, нет, уже пожалела, что Брюса переименовала. Конечно, нет, для меня он, конечно, Брюсечка, все, Брюс мой родной. Изначально его как бы звали Юстас. Я бредила тем, что я назову своего кота Брюс Ли. Наверное, надо было ставить его как Юстас, а потом взять другого кота и назвать его Брюс еще. О, Господи, что у тебя с тобой? У тебя проблемы, Брюс, какие-то? Ты чего колбасишься так? Тигр. Брюс.
Дай. Эти боится. На. Не бойся. Не бойся, я пойдем видео выкладывать на YouTube. Все, всем пока.